пассажиры. Объявляется посадка на автобус, следующий рейсом Ефимово-Клейменовск через Поршнево. Автобус отправляется с площадки номер 5 в 9 часов 15 минут. Электроники, ксероксов, лазеров, писать резолюцию от руки. Нельзя, Нюрочка, нельзя. Что такое факсимиле? Механизация ручного труда. Это же элементарно. Нет, Нюрочка, нет. Факсимиле это бюрократизм. И казенщина. А вот моя ручная резолюция, это уже человеческий фактор. Увидит человек мою личную резолюцию в оригинале и будет доволен. А почему? Да потому что поймет, что эту бумажку читали, над ней думали, они просто так взяли и отмахнулись. Больно смотреть, Виктор Павлович. Губите свою жизнь изо дня в день, из года в год. Вы же света Божьего не видите, Виктор. Ой, правильно, Нюрочка, правильно подметили. Правильно, я вчера вечером пришел домой и собственную жену не узнал. Ой. Спрашиваю, товарищ, а вы... По какому вопросу? Она хотела не отложку вызывать? Вот видите, Виктор Павлович, а жизнь человека одна. Случилось? Горит ЦУМ. Ну, а я тут при чем? Пусть тушат. Пожарные не могут проникнуть внутрь. Универмаг на замке. Почему на замке? Ну, потому что рабочий день начинается только в 11:00. Ну, так пусть взломают замок и проникают. А коммерческий директор не позволяет проникать. Вы что, шутите? Переключите линию на меня. Начальник пожарной охраны майор Краевский. Доложите обстановку, майор. Машину вызвали прохожие, которые заметили огонь в окнах второго этажа. Через 4 минуты мы были на месте происшествия. Хотели взломать замок, но... Коммерческий директор не подпустил нас. Где он? Здесь. Дайте ему трубку. Даю. Вас. Крутолова слушает. Почему не открываете пожарным универмаг? Ключи у генерального директора. И только он один имеет право отключить сигнализацию. О чем вы говорите? Какая сигнализация? Взламывайте двери. Не имею права. Вы знаете, сколько у нас ценностей на первом этаже, в ювелирном отделе? Так они же сейчас в пепел превратятся. Вы же в тюрьму сядете, и я первым буду этому содействовать. Ну, если сгорят, спишем по графе «стихийное бедствие». А если я открою дверь... И посторонние лица унесут что-нибудь? Какие посторонние? О чем вы говорите? Ну, я имею в виду пожарных. Что? Послушайте, вы знаете, с кем вы разговариваете? Знаю, товарищ министр.
Так вот я вам приказываю. Взломать дверь и тушить. Только после вашей письменной резолюции. Дайте пожарного! Вас. Ну и порядки у вас, майор. Вы меня слышите? Слышу, товарищ министр. Горит? Еще как горит. Да окон скоро дойдет. Минут через 5-6. Как только треснет и вывалится первое стекло, немедленно проникайте в здание. Замок и двери не трогать. Слушаюсь, товарищ министр. Да. Десять этажей вниз и налево. Сколько? 10 этажей вниз и налево. Все. Все, Нюрочка, на сегодня все. Организуйте мне, пожалуйста, чашечку чая покрепче, но без сахара. Хорошо, Виктор Павлович. Сегодня первый день. Юрочка, сколько у нас сегодня записано на прием? Много, Виктор Павлович, 15 человек. О. Нет, Нюрочка, вы совсем хотите меня доконать. У меня еще сегодня совещание по координации. Ну, они записались на прием 2 недели назад. Нет, не жалеете вы меня, Нюрочка, не жалеете. Давайте сделаем так. Скажите им, что я приму первых 5 человек, но остальные пусть приходят в следующий раз или к моим заместителям. Хорошо, Виктор Павлович. Идет по списку, Нюрочка. Крутая Нина Ивановна, директор фабрики легкой и средней одежды. Ну, у нее всегда один вопрос: утвердить новое. Костюмы. Все остальное для нее не существует. Кто следующий? Загумяне Екатерина Антоновна, пенсионерка. Ну, это понятно. Увеличить пенсии. Нет, Виктор Павлович. Она хочет поговорить с вами о нарушениях социалистической законности. Пенсионеры пошли, все видят, все знают. Кто следующий?
Заливако Леонид Макарович, изобретатель. Постойте, постойте, Нюрочка, кто-то мне звонил и говорил про этого изобретателя. У него там что-то необыкновенное. А вот кто? Нет, не помню. Ну, поехали дальше. Дальше Мурашко Иван Иванович. Кто? Откуда? Не говорит никто ниоткуда. Ну, это уже черт знает что. Михаил Николаевич. Слушаю, Виктор Павлович. Загляни к там в свой кондуит. У тебя не значится фамилия? Мурашко. Мурашко. Одну минутку. Мурашко. Нет, Виктор Павлович, не значится. Что, и фамилия его тебе ни о чем не говорит? Нет, не говорит. Может, он был у моих заместителей? Одну минуточку. Нет, не был. Значит, он не проходил кабинет предварительных собеседований? Одну минуточку. Нет, не проходил. Странно. Это странно. Как же в таком случае он попал ко мне на прием? Не знаю, Виктор Павлович. В другой раз, любезный Михаил Николаевич. Посетителей вместо меня будете принимать вы. Идет человек на прием, а я не знаю, кто, зачем, от кого. Не нравится мне это инкогнито. Знаете что, Нюрочка, давайте-ка его вне очереди, а остальные по списку. Хорошо, Виктор Павлович. Ой. Товарищи, в связи с тем, что товарищ министр должен сегодня находиться на очень важном совещании, он сможет принять только 5 человек. Я прихожу сюда уже 3-й раз. Я больше не могу ждать. У меня позавчера командировка закончилась. Простите, мне нужна только его подпись. Без его подписи мы ежедневно теряем 3 миллиона рублей. 100 рублей, у меня валюта горит. Товарищи, вы где находитесь? Вас много. Министр согласований один. Проходите, пожалуйста. Можно? Да, конечно, проходите. Добрый день. Здравствуйте, садитесь. Здравствуйте. Пожалуйста. Да вы не стесняйтесь, поставьте его на стул. Что у вас там? Можно подумать, не драгоценности ли? Да нет, там мое изобретение. А, вы тоже изобретатель? Да, тоже. Образование? Не полное, высшее. А если точнее? 3 курса политехнического. Так. Нюра, подключите к нам отдел изобретателей и вычислительный центр. Пускай они сразу же программируют и запускают машину. Хорошо, Виктор Павлович. Простите, муравейчик. Я Мурашко, Иван Иванович. А, извините. Ну, а что же вы изобрели, Иван Иванович? Сначала вот прочтите вот это. Это что, аннотация? Нет, это справка о состоянии здоровья. Ну, зачем она мне? Я же не доктор. Ну, прошу вас, прочтите. Нет, ну зачем, извините? Ну, я прошу вас, пожалуйста, почитайте. Видите ли, дело в том, что я обошел все инстанции, везде от меня требовали вот эту справку. Кто в конце, кто в середине разговора. Так что, прошу вас очень, прочитайте. О, Господи. Ну, давайте вашу бумажку. Сектор программирования, срочно подключитесь к кабинету министра. Так, справка. Дана гражданину Мурашко Ивану Ивановичу 50 лет. Женатому в том, что Мурашко Иван Иванович абсолютно здоров, на учете мужики! В психоневрологическом диспансере. Мужики, идите сюда. По-моему, здесь что-то интересное. Не состоит, в специальном лечении не нуждается. Ну, тут печать, подпись, все верно. Скажите, слушай, я его знаю. Иван Иванович, а почему вы пришли с вашим заключением? Он учился в институте, к нам, а не в институте, на несколько лет раньше меня. Ну, я обошел все инстанции, везде требуют вашу подпись как резолюцию.
на изобретение, для того, чтобы... А что же вы такое изобрели? Если что-нибудь номерное, секретное, то вам лучше идти по военному ведомству. Там меньше рогаток. Товарищ министр, Виктор Павлович, дело в том, что я изобрел дуромер. Ну и что? Что дура? Что дура? Что? Что дура? Ну, это аппарат такой. Дуромер. Измерение человеческой глупости. Да. Так. Аппарат для... Измерение человеческой глупости. Глупости? Ну, глупости. Интересно. Понимаете, Иван Иванович? Да. Так шутить в кабинете министра. Вы видели, сколько людей ожидает в приемной? Да я абсолютно серьезно. Товарищ министр, ну я... А где вы держите это свое... А, дуромер! Свое... Вот он, вот, вот. Ох, извините. Он что, такой маленький? Он же на полупроводниках и микросхемах. И вы всегда носите его с собой? Видите ли, товарищ министр. Вы говорите, говорите, продолжайте. Я... Кто-то уже дважды проникал в мою квартиру и уничтожал аппарат. Но я восстанавливал его по чертежам. Я сделал 5 экземпляров всей документации и храню ее в разных местах. А сам аппарат прячу в камере хранения на вокзале. А однажды меня хотели утопить, когда я купался. Еле отбился. Послушайте, Иван Иванович. Да? Как это вам пришло в голову? Вот так сразу сели и придумали свой аппарат? Да нет, это третье мое изобретение, Виктор Павлович. О нем в институте ходили целые легенды. Ну что? А? Он первый открыл озоновую дыру и нашел способ защиты от нее. Его посчитали сумасшедшим и выгнали из института. Да нет, неужели он... Со своей дырой пришел к министру, что ли? Тихо, сейчас узнаем. А те тоже были такими? Я изобрел жевательную резинку. Ну, простите, я думал, что ее изобрели американцы. Нет, это не простая резинка. А какая? Она антиникотиновая. Ну и что? Ну, ее и зарезали. Говорят, что уподоблять советского человека жвачному животному. Пусть, мол, ее проклятые капиталисты и жуют. Вот. Ну, а второе изобретение было каким? А второе было средство борьбы с озоновой дырой. Я еще его придумал тогда, когда дыра считалась у нас выдумкой буржуазных лжеученых. О! Ну и? Ну и после этого они потребовали справку о состоянии здоровья. Он кто, идиот или гений? От великого до смешного один шаг и очень маленький.
Но ведь если он изобрел что-то против дыры, вы понимаете, что это такое? Я лично не сомневаюсь, что это средство у него в кармане. Кстати, Иван Иванович, можно взглянуть еще разочек на вашу справочку? Извините, пожалуйста. Считайте, что это была неуместная шутка. Вы не первый так шутите, Виктор Павлович. Значит, вы изобрели? Дуромер я изобрел, чтобы знать, кто есть кто. Это цель моей жизни. Ничего себе цель. Нюрочка, срочно позови ко мне заместителей. Быстренько, быстренько. Тамара Тимофеевна, вас срочно к Виктору Павловичу. Почему срочно? Что случилось? Не знаю. Нюрочка, у меня для вас есть кое-что. Тамара Тимофеевна, фирма. Там у него посетитель какой-то необыкновенный. Хочет зарезать его моими руками. Чисто работает. В белых перчатках. А что это у нас такое на головке хорошенькое выросло, а? Трожь по вертикали. Прелесть. Он и Егора Федоровича пригласил. Этот мокрица зачем там? Не знаю. Ну хорошо, Сонечка, идите, не будем выходить вместе. Угу. И как вы думаете, чем закончится эта заварушка? Одно ясно. Добром это не кончится. Тихо, товарищ, кажется, начинается. Здравствуйте. Вот прошу познакомиться, товарищ Комаров. Муравьев. Мурашка. Здравствуйте. Иван Иванович, извините. Инженер-изобретатель. Тамара Тимофеевна, мой первый заместитель. Егор Федорович, тоже заместитель. Присаживайтесь, товарищ, присаживайтесь. У вас есть авторское свидетельство, товарищ Муравьев? Не Муравьев, Мурашка. Ну, простите, Мурашка. Нет. Ни одного? Ни одного. Ну, подождите, Тамара Тимофеевна. Вы же еще не знаете, против чего возражаете. Почему, Виктор Павлович? Я всегда возражаю против самозванцев. А, собственно, что вы изобрели? Перпетум мобиле? Нет. Да нет, Тамара Тимофеевна. Иван Иванович изобрел дуромер. Простите, что изобрел? Дуромер. Аппарат для определения человеческой глупости. Вы шутите, Виктор Павлович? Да нет, я вполне серьезно вас информирую. Ну, а где ваш этот градусник? Здесь, в портфеле. Я вас прошу, Иван Иванович, сделайте, пожалуйста, нам официальное сообщение. Мои заместители – люди опытные, авторитетные. За несколько лет работы они стали специалистами высокого класса во всех отраслях материальной и духовной жизни. И все самые сложные вопросы мы всегда решаем вместе. Начинайте. С чего начинать? С кого начинать?
Ну, хотя бы с того, на каком принципе основан ваш этот безмен? На микросхемах, на полупроводниках. Нет, я не о том. Нужны какие-нибудь тесты или что-нибудь еще? Нет, тестов не нужно. Не нужны. Показания регистрируются сразу на специальной шкале в процентах. В процентах чего, простите? Человеческой глупости. И что, это сразу видно? Да, сразу видно. Товарищ... Мурашко он. Мурашко. А у вас есть справка? Есть. О состоянии вашего здоровья? Есть, есть, я проверял. Я смотрел. И вы можете сейчас его показать? Аппарат? Да. Конечно, могу. Вот он. Бабушка, ну-ка пойдемте ко мне. Нельзя же так, сухомятку. Ой, спасибо. Ой, вы не беспокойтесь. Пойдемте. Спасибо. Вот так. А как вы думаете, примет он меня сегодня? Обязательно примет. У вас что, сложный вопрос? Ой, сложнее быть не может. Примет, пойдемте. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Я сам это не ожидал. Ну, у меня все готово. Что, так быстро? Да, 2 минуты. Так. Все-таки я не очень понимаю, как он работает. А, как он работает? Угу. Сейчас. Ну, здесь установлен один датчик. Он улавливает биотоки мозга через черепную коробку. Я, правда, работаю сейчас над более совершенным аппаратом. Понимаете? А, простите, чем он будет отличаться от этого? А он будет улавливать биотоки мозга с расстояния, ну, 5-6 метров. Товарищ Букашка. Мурашко он. А я что говорю? Улавливать биотоки человеческого мозга из-за угла противозаконно. Это все равно, что читать чужие письма или подслушивать телефонные разговоры. У нас на это никогда не пойдут. А этот еще не ловит? Нет, этот еще не ловит. Иван Иванович, да? Вы сказали, что здесь вмонтирован один датчик. Да. А где другой? А другой там, на чем садимся мы. Черт, что. А при чем здесь это место? Насколько мне известно, там мозга нет. Никогда не было и не может быть. Это просто какая-то диверсия с вашей стороны, товарищ Машкара. Зачем же это вы заранее программируете неполноценность человеческой личности? Видите ли, биотоки мозга передвигаются по позвоночному столбу, по спинному мозгу, то есть. Ну, значит, сверху идет плюс, а снизу минус. Я спрашиваю про это место. Какое оно имеет отношение к интеллекту? Ну, видите ли, Тамара Васильевна. Тамара Тимофеевна. А, извините, пожалуйста, Тамара Тимофеевна. Тамара Тимофеевна, дело в том, что у каждого из нас позвоночник заканчивается копчиком. И, о, Боже. Вот. И в этих местах находятся самые чувствительные зоны. За Харином Геда. Вот. И они связаны с головным мозгом. И очень тонко реагирует, понимаете? Чьи зоны? Захарина Геда. Это такой медицинский термин. Нет, все-таки я не могу понять, что здесь происходит. Это же просто какой-то коллоквиум в анатомическом театре. При чем здесь эта ваша коробка черепная, столб,
Зоны, копчик. Говорите уж прямо. Не надо уточнять. Не надо, Тамара Тимофеевна. Мы вас поняли. А я не поняла. Я не поняла, почему я должна выслушивать весь этот бред. Товарищ пришел к нам с изобретением, которое не хотят внедрять без нашей визы. Мы должны разобраться. Мы обязаны. Хорошо. У вас есть образование? Какое? Медицинское. Нет. И тем не менее вы знаете, откуда идет плюс, откуда минус. А как же? А вы уверены, что не наоборот? Матрена Тимофеевна, Тамара Тимофеевна, было бы нелогично, да-да, если бы сверху шел минус, а снизу плюс. Угу. Вы у нас просто Лысенко. Товарищ папка Суева, попрошу без намеков. Иду, иду. Здравствуйте. Да мне еще не все готово. Ну вот, а зачем мы целый женский батальон привели? Мама, где отец? Да задерживайте, он на приеме у министра согласований. А какие цветы? А где же такие розы достали? Достали. Кооператоров, вот. Где же еще? Надо, какие так, девочки, цветы в воду и быстро маме на кухне помогать. Есть, Лена, пойдем. Леш, держи. Девчонки, за мной. Идем, идем. Мам, торт куда? Так, торт положи в холодильник. Там место есть, посмотри. Угу. Вот. И не забудь фартук одеть. Смотри, пусто. Давай быстрее. Операция прошла успешно. Саня! Что, мам? Принеси вазу. Хорошо, мама. А у вас, кроме цифр, еще буквы. А что они означают? Ну, стрелка на шкале показывает уровень интеллекта человека. Если, допустим, стрелка стоит на букве N, это нормальный человек. Гомо нормалиус. Нормалиус. А справа буква D? Там цифра 50. Это означает, что человек имеет 50% ума. А другие 50? Глупости. Да вы присядьте. Так, значит, 50% это уже D. Да. Ну, не слишком ли строго вы подходите к гомо сапиенс, Иван Иванович? Это не я, это международный стандарт. Откуда вы знаете про международные стандарты? Там что, уже есть такие аппараты? Аппаратов нет, Тамара Тимофеевна, но специальная литература есть. А в чьих переводах вы ее читали? Где, кто, когда ее издавал? Ну, я читал в оригинале. В процессе работы я изучал английский, немецкий, французский, китайский и хинди. А китайский, хинди? Зачем? Ну, не скажите, мудрые люди. Есть у них чему поучиться. Егор Федорович, не отвлекайте, пожалуйста, его посторонними вопросами. Иван Иванович, а вот тут в конце шкалы у вас сразу стоят П и Д. Что они означают? Это то, что и Д, только в законченном виде. Ну, у нас таких граждан нет. Это уже какое-то издевательство на человеческой личности, я бы сказала. Я с вами не согласен, Тамара Тимофеевна. Я сомневаюсь, что идиот может быть личностью. У нас каждый идиот личность. Тьфу, вы меня совершенно запутали. Я хотела сказать, у нас каждый человек личность. Даже вор преступник личность. Ну, товарищи, товарищи, товарищи. Мы обсуждаем конкретное изобретение. Говорить должны конкретно и определенно. А ваша абстрактная философия тут неуместна. Иван Иванович, вот левая сторона шкалы, тут буквы Т и Г. Что они означают? Смысл какой? Видите ли, Виктор Павлович, отклонение
от гомонормалиус бывает и в другую сторону. А что вы хотите этим сказать? Талант и гений. Ей-богу, он гений. Гений. Послушайте, это же в корне все меняет. Абсолютно все. Иван Иванович, а почему вы, собственно говоря, решили измерять именно глупость? А... Вот именно. Зачем вы устраиваете этот унизительный досмотр для человеческих мозгов? Ну да, что же получается? Вы приходите к человеку и сразу же подозреваете в нем потенциального Д. Ну, извините, это же ему обидно. А вдруг он талант? Или даже гений? Вот, вот, вот именно. А у нас таких большинство, товарищ Муравейник. Вот, например, Виктор Павлович. Но ведь не измерять глупость, если не измерять глупость, это же никому ничего не докажешь. Это как сказать? А что, если на вашем приборе измерять не глупость, а мудрость? Как, вы предлагаете изменить схему аппарата? Ни в коем случае. Все остается так, как есть. И шкала на том же самом месте. На том же самом месте. Только надо говорить человеку, что мы измеряем у него мудрость. Мудрость. Ну, дуромер как-то звучит обидно, вульгарно. Не дуромер, а мудромер. Но ведь стрелка будет показывать объективный уровень интеллекта. Ну, отлично. И пусть показывает. А что показывает? Отклонение показывает. А чего? От мудрости. Не обнаружили мудрости. Но мы же ее искали, и человеку приятно, и аспект другой. Все, решено. Нюра, исправьте там у себя. Отныне именовать прибор не дуромером, а мудромером. Мудромер. Виктор Павлович, ну, а если стрелка покажет на Д? Или, скажем, простите, на ПД? Ну и что? Представим себе такой гипотетический случай. Ну ничего страшного. Так и будем писать. Сидорову, Петрову, Иванову не хватило 50% мудрости. А кто знает, сколько их должно быть? 30, 50, 100? Сколько? Какая-то двойная бухгалтерия получается, Виктор Павлович. Я согласен с вами, но иначе нельзя. Иначе нельзя. Если мы в нашем официальном документе будем рекомендовать в серийное производство дуромер, что она с вами подумает, товарищи? Что? Подождите, я ничего не понимаю. Вы что, действительно хотите? Хочу. Переименовать дуромер в мудромер. Ну, суть прибора остается та же самая, только меняется форма. А форма в наше время, вы же меня понимаете. Нет, Виктор Павлович, я вас не понимаю. Вы что, действительно собираетесь рекомендовать для внедрения этот примус? А почему бы и нет? Нет, вы о последствиях подумали? А что вы хотите сказать? Я вам сейчас объясню, Виктор Павлович. Я могу задать несколько вопросов товарищу Муравейко? Ну, конечно, конечно, задавайте. Решение по этому вопросу мы будем выносить коллегиально. Вот именно. Вот именно. Простите. Иван Иванович. А вы уверены, что каждый захочет сесть добровольно на этот ваш электрический стул? Уверен. Без всякого насилия и без всякого постороннего вмешательства? Ведь каждому человеку хочется знать, что он может и чего он стоит. А вы уверены, что каждому этого захочется? Каждому. И государству тоже. Я бы не рекомендовала вам выступать от имени государства. Кто вас уполномочил? Да мы выиграем миллиарды, если посадим на место дураков. А вы знаете, где их место? Ну и где же? Нюрочка, объявите, пожалуйста, по селектору всем сотрудникам министерства. Пусть кто хочет, придет в кабинет к министру и проверит уровень своего интеллектуального развития. Сколько времени занимает эта процедура? Несколько секунд.
Ну зачем же, Тамара Тимофеевна, делать из моего кабинета вавилонское столпотворение? Виктор Павлович, никакого столпотворения не будет. У нас очень дисциплинированный народ. У нас будет живая очередь. Сонечка, пожалуйста, объявите людям, что это не новая аттестация, чтобы они не волновались. И пусть не толпятся в дверях. И пусть первыми заходят члены коллегии. Послушайте, это какой-то идиотизм. Нифига себе. Нет, ну что за ерунда такая? Вот паразит. Всех нас захотел подставить. Ну почему же всех? Ты же слышал, только желающих. А ты попробуй. Ну и пожелай. Ну и что? Что? Начнут выяснять, интересоваться, почему ты не пожелал. Подумаешь, не хватит 20 или 30% мудрости. Подумаешь, они что, сами гении и таланты? Я не знаю, маэстро, что думают они. Я знаю, что думаю я. Если тебе не хватит 50% интеллекта при глобальном сокращении штатов, усекаешь? А почему ты думаешь, что мудрости не хватит именно мне, а не тебе? Потому что ты первый хочешь сунуться а туда. Кто тебе сказал? Ты же сказал, что тебе вся эта проверка... Ладно, кончай трепаться. Что-то на базаре. Надо делать. Одно из двух, или записаться в добровольцы, или нет. Жаль, что этого гада не утопили тогда. В озере. Да. Ой, спасибо, сынок. А то меня даже клонить ко сну стало. Спасибо. Послушайте. А? Может быть, я могу вам помочь, Екатерина Антоновна? А кто ты будешь по должности? Старший референт. А это что такое? Помощник министра. Помощник? Не. Нет, милый, нет, это малая должность. Я у больших начальников была. А ты можешь пойти к нему и спросить? Как долго мне тут ожидать? Нет, Екатерина Антоновна, когда идет прием посетителей, туда можно входить только по вызову. Ай-ай. Надо подождать. Ну что ж, надо подождать. Я бы еще хотела задать несколько вопросов товарищу Мурашко. Уже третий раз звонят из Министерства здоровья. Ну чего они хотят? Они спрашивают, как быть с соревнованием хирургов. Какой показатель считать главным? Число операций или число тех, кто выжил после операции? Ну, конечно, количество операций. Хирург не виноват, если больной помрет после операции. Возможно, уже до операции он был в безнадежном состоянии. Они спрашивают, а если умрет во время операции? Ну, такую операцию в соревновании не засчитывать. Пусть делают прочерк. Пожалуйста, Тамара Тимофеевна. У меня есть еще несколько вопросов к товарищу Мурашко. Пожалуйста, Тамара Тимофеевна. Иван Иванович, скажите, пожалуйста, а почему вы принесли свое изобретение именно в наше министерство? Я обошел всех. Если вы дадите добро, аппарат можно запустить в серию. А в серию зачем? Для поголовной проверки. Что-то я как-то не пойму. Ну, хорошо, вы выявите этих неполноценных, и потом что, уволите их с работы? Обязательно. Да чего же я придумал этот аппарат? Я же вам говорил, для поголовной проверки в масштабах всей страны. Ну, за невыполнение плана, за аморальное поведение, за зажим критики, это я могу понять. А вот за отсутствие некоторой части мудрости, это я как-то что, как-то не совсем понимаю. Да потому что раньше не знали, умный или не совсем. Раньше не спрашивали о мозгах, спрашивали анкету. А, вот как. Ну хорошо, изобличили его и снаружи, и изнутри, так сказать. Сняли с должности. А дальше что? Дальше-то что будете делать? Надо искать новую должность. А профсоюзы горой встанут. Наше законодательство не предусматривает
наказание за неимение некоторой части мудрости. А не дадите работу, на улице пойдут. Безработные всегда бунтуют. Спрашиваю товарища Чебурашка, что мы будем с ними делать? Как это? Организовать для них курсы повышения квалификации? Школы, академии, университеты. А где брать средства? Это при нашем-то напряженном бюджете-то. Видите, товарищ Чебурашка, какие вы нам подбрасываете проблемы? А у нас дураков нет. Но все тихо, спокойно. Да, Виктор Павлович? Ну, товарищи, мы же интеллигентные люди. Давайте условимся. Не произносить вслух это нехорошее слово. Вот и аппарат мы назвали мудромером. А давайте назовем их мудрецами. Ну, зачем же такие крайности, Тамара Тимофеевна? Будем называть их, скажем, клиентами. Но у нас нет клиентов. Вроде бы. Виктор Павлович, у нас все так тихо, все так спокойно, все так как-то... Господи, боже мой. Но ведь они есть. Они есть, Тамара Тимофеевна. Очень может быть. Очень может быть. Но счастье-то какое? Мы же не знаем, сколько их, где они, кто они, да? Да. Значит, будем жить по-прежнему, как страусы. Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Угу. По-прежнему, как страусы. А иначе возникнет масса проблем. Каких проблем? Каких проблем? Экономических, политических, нравственных. Господи, боже мой! Виктор Павлович, третий раз звонят из Министерства школ. Ну, чего они хотят? Учебники, ранцы, портфели, форму, прически мы им давно уже утвердили. Они спрашивают, спать первоклашкам в школе или не спать? Что, спать в школе? Они что там уже... С ума спятили уже все? В школе надо приобретать знания, а не спать. Они говорят, что это первоклашки, шестилетки. В детском садике в таком возрасте спят после обеда. Пусть спят. Дети — наше будущее. Их надо беречь. Да, но они спрашивают, где поставить кроватки. Спальня-то в школе не предусмотрена. Где, где? У себя на голове, тем более, что она им не нужна. Пока детки спят, учителя пусть стоят и держат кроватки. Простите, в последнее время что-то нервы совсем. Ничего, ничего. Так что вы, Тамара Тимофеевна, говорили про какие-то там проблемы? Ну, хорошо, предположим, мы наладим производство этих вот керосинок. А кто их будет покупать? Частные лица? Государство? Да все купят. Они же всем нужны. Как хлеб, как одежда, как воздух. Не будьте таким наивным, Егор Федорович. На экспорт будем продавать. За валюту, за доллары. Там спроса не будет. Ведь за границей ведь как? За границей ведь дурак, он сразу виден. То есть клиент, я имею в виду. Тамара Тимофеевна. О, там такая конкуренция, там такие волчьи законы. Не будем касаться международных проблем. Давайте вернемся к нашим, внутренним. Хорошо. Кто будет проверять? Ну как кто? Мы с вами. Нет, я имею в виду не сейчас, не сегодня, а вообще. Я имею в виду массовую проверку. Кто этим будет заниматься? Нужны же специальные ответственные органы. Профсоюзы.
Может быть, нужна новая надстройка? Если для пользы дела, создадим. Это сегодня-то? Когда мы думаем о сокращении штатов по всей стране-то? Что случилось, Нюра? Никого там нет, Виктор Павлович. Кого нет? Сотрудников наших в приемной нет. Одни посетители. Так может, селектор не сработал? Да нет, сработал. Может, не так поняли? Нюрочка, обойдите, пожалуйста, все отделы и управления. Приглашайте только желающих. Никакой агитации, никакого принуждения. Все. Хорошо. Товарищи? Послушать вас, Тамара Тимофеевна, так можно подумать, что в нашем обществе и вовсе нет гениев. Ну, почему же нет? Наверное, они есть. Наверное, даже в нашем аппарате. Но они же не знают, что они гении. Они себе работают, работают потихонечку. А если они узнают? Ну и что, что узнают? Контрреволюцию поднимут? Нет, хуже. Хуже. Они потребуют, чтобы им повысили заработную плату. Минимум в 2 или в 3 раза. А у нас фонд заработной платы. У нас штатное расписание. Для того, чтобы содержать одного гения, придется сократить 1 или 2 отдела. Ну, Тамара Тимофеевна, вы уже договорились до того, что гении нам вроде не нужны. По мне, так лучше 1 гений, чем 2 или 3 отдела. Для чего мы тогда сокращаем государственный аппарат? Виктор Павлович, а вы возьмите вот эту вот машинку себе домой. Зачем? А чтобы проверить умственные способности вашей супруги. А что, это даже интересно. А если она окажется процентов так на 25, на 15 умнее вас? Почему? Или вы окажетесь умнее ее на процентов 50. Это же лучше. Ну, не скажите, это же у вас будет не жизнь, а кромешный ад. Не понял. Ну, как то? У министра жена идиотка. Это же конец вашей семейной ячейки. А на наших семейных ячейках, между прочим, вся наша великая держава держится. Вы демагог, Тамара Тимофеевна. Реактивный самолет не надо было делать, может упасть и разбиться. Атом. Не надо было расщеплять, может взорваться. Виктор Павлович. Телефон, телевизор. Губит живые человеческие контакты, так что ли? Виктор Павлович, никого нет, все комнаты пусты. А люди где? Не знаю. Исчезли. И члены коллегии? Егор Федорович, вы у нас просто какой-то карась-идеалист. Дон Кихот в нашем аппарате. Я попрошу вас без личных выпадов, Тамара Тимофеевна. Нет, ну он же не знает ни современных людей, ни современной жизни. Значит, как я понял, вы против аппарата? Я категорически, я как самый здравомыслящий человек категорически. Значит, вы, Тамара Тимофеевна, гомо сапиос, а мы все обезьяны. Тише. Попугаи, крокодилы, 1, 2, 3, 4, 5. Успокойтесь. Да нет. Успокойтесь, Егор Федорович. Не забывайте, что Тамара Тимофеевна заместитель по возражениям. И сегодня мы убедились, что она недаром ест свой хлеб. За то, что Тамара Тимофеевна говорит нет, у нее сплошные благодарности. Ордена, за граница, путевки.
курорты, а за то, что я говорю, да, у меня сплошные выговоры. 7 выговоров, строгих выговоров. 11 с занесением в личное дело, я уже не говорю, без занесения. И за границу, я летаю только во сне. Селяви, Егор Федорович. Но почему же этой селяви нету у Тамары Тимофеевны? Потому что каждому свое, Егор Федорович. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять? Товарищ министр, Виктор Павлович, но почему людей не сажают в тюрьму, а осыпают благодарностями, орденами за то, что они запрещают мысли, идеи, предложения? Ведь во всем мире скоро для нас начнут собирать пожертвования. Егор Федорович, здесь не место для выяснения таких глобальных вопросов. Виктор Павлович, скажите, где это место? Я побегу, я полечу, я на брюхе поползу. Виктор Павлович, пятый раз уже звонят телефонисты, строители. А вы скажите, что меня нет. Ну как же, они же знают, что вы здесь, что вы принимаете посетителей. А вы скажите, что я умер. Прямо так сказать? Так скажите, взял и умер. Временно. Хорошо. Столпотворение какое-то получается. Не хотят думать, не хотят ни за что отвечать. Каждый второй, выходя на работу, голову дома оставляет. Так значит, вы за? Егор Федорович, вы за? Да-да, обеими руками, это открытие века. Еще на один выговор нарываемся. Да хоть 100. Тамара Тимофеевна, мы болтаем о переустройстве государства вместо того, чтобы любыми средствами избавляться от дураков и идиотов. Боже мой, хватит! Наболтались за 70 лет. Пора уже вещи назвать своими именами. Или мы их, или они нас. Или мы станем сверхдержавой, или по миру пойдем. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Будем мы его пиф-паф. Что будем делать? Я думаю, что надо звонить еще раз. Он не имеет права уходить от ответа в такой ситуации. Все такого же мнения? Да, да, конечно. Виктор Павлович. Ну? Опять строители. Они звонят беспрерывно. Вы им сказали, что я умер? Да. Они говорят, живого или мертвого давайте. Боже мой, даже помереть спокойно не дадут. Скажите им, что на этот раз я им планы корректировать не буду. Не те времена. У них ЧП, Виктор Павлович. А у них каждый день ЧП. Виктор Павлович, у них дворец рухнул. А подумаешь, днем раньше, днем позже. Что-что? Какой дворец? Ну, тот самый, который на полгода раньше срока построили. Помните? Ну, о нем еще газеты писали, в программе «Время» показывали. Ну, в таких случаях создается комиссия для расследования причин. Так вот, председатель этой комиссии звонит вам. А в чем дело? Ах, слишком много сэкономили. А экономию куда дели? На премии пошла. И министр получил? И министр. Сколько? Сколько? А он не только премию, он еще и орден за этот дворец получил. А что от меня нужно этому председателю государственной комиссии? Он не знает, что делать с при... Работяг не трогать! Они здесь и при чем? Они выполняли приказ. А у министра премию отобрать, премию и орден тоже! Нельзя отобрать, Виктор Павлович. Почему нельзя? Министра нет.
Где он? Ушел на повышение. Повышение куда? Раз, два, три, четыре, пять. Ну что? Он толкает нас на конфликт. Очень большой конфликт. Много крови прольется. Чьей? И нашей тоже. С нас, пожалуй, и начнется. Товарищи, я только что окончательно убедился. Дуромер, мудромер нужен нашей стране.